Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о нашей системе. Смотрите, вот мы даем информацию, да, вот пришли люди там на презентацию, мы рассказали о нашем бизнесе, дали информацию, рассказали про, что у нас крутые путешествия есть, членство, партнерство и так далее. И все. Дальше человек думает, интересно, и как же я здесь буду успешным-то? Я не блогер там, я не сетевик какой-то опытный, я не суперзвезда, у которого там подписчиков 300, там 500 тысяч человек, да? И он думает, а как же я здесь буду успешным? С чего вдруг? И большинство людей сомневаются именно в себе. Вот это самый большой минус в людях, они сомневаются в себе. Даже если они доверяют компании, доверяют там вам лично, то они сомневаются в себе. И поэтому вот мы людям даем в конце презентации, кроме информации, еще даем инструменты продвижения. Вот если вы хотите сделать забор, да, то вам нужны гвозди, молоток, пила, ножовка, гвоздодер, сами штакетники, какие-нибудь проволоки и, может быть, еще эти столбы. Вот шесть инструментов я вам перечислил. Так вот, смотрите, вот мы вам тоже эти инструменты даем. Вот вы получили информацию, и мы вам даем, смотрите, как продвигаться в соцсетях и как привлекать людей в соцсетях. Первое. Учим вас, как правильно оформить соцсети. Первый инструмент. Второе. У вас оформить шапку профиля. И там в шапке профиля должен быть обязательно переход на ваш WhatsApp, а лучше на Telegram-канал. На вашу Telegram-страницу хотя бы, где есть правильный контент и правильное обучение. Вот вам второй инструмент. Третий инструмент – марафоны. Проходим вместе марафоны со всей командой. Потом четвертый инструмент – вебинары. Пятый инструмент – прямые эфиры. Мы вас обучаем, как правильно проводить прямые эфиры, и вместе с вами проводим прямые эфиры. Шестой инструмент – тройные звонки. В WhatsApp, там, в Telegram тройные звонки. Седьмой инструмент – вы можете приводить людей на общие презентации. Это не в соцсетях, но все равно это инструмент. Восьмой инструмент – вы можете с нами приходить и играть совместные игры, например, денежный поток, круизный поток. Вот 8 инструментов я вам перечислил. 8 инструментов. 9 инструмент – правильно писать посты про бизнес, про клуб, про еще что-то. Привлекать этим людей. 10 инструмент – набирать целевую аудиторию, именно целевую аудиторию. Вот я вам перечислил 10 инструментов, друзья. 10 инструментов. Вот это в комплексе мы даем нашей команде, и вы, входя в нашу команду, обучаетесь этим инструментам, и мы большой командой вам помогаем. Вот это в комплексе 10 инструментов, а там еще есть некоторые инструменты, которые я еще не перечислил. Вы будете обладать вот этой всей системой продвижения в соцсетях и привлечения людей в соцсетях. Вы будете обладать этой системой, и люди вам даже сами иногда будут писать: можно я войду к тебе в команду, можно я буду у тебя в команде. Потому что у нас есть система продвижения. Вот именно так мы привлекаем людей и помогаем людям привлекать людей к ним в команду. Вот так вот вы будете строить себе личный бренд. В течение года можно выстроить этот личный бренд. Так что вы заходите к нам в команду, и вот эти все обучения получаете бесплатно. Бесплатно, потому что вы у нас в команде. И вообще, вот у нас огромная команда, вы заходите к нам, и у вас уже появляются друзья во Франции, в Италии, Испании, в Америке. Вот в чатах у нас весь мир. Можете взять, написать этому человеку и проконсультироваться, что там происходит в той стране. И если у вас есть свой бизнес традиционный, мы идем именно к вам, поддерживаем бизнес нашего партнера. Вот вы заходите к нам в команду, и у вас уже вся эта система есть.